По окончании обучения он некоторое время еще занимался живописью, но потом неожиданно для всех навсегда оставил ее, поменяв профессию. Это слова из книги Холбракена о художнике Якобе ван Валскапеле, который после переезда в Амстердам в 1667 году обучался в мастерской Кика. Слова Холбракена о том, что Валскапеле бросил живопись, подтверждаются датами его картин, самая поздняя из которых исполнена в 1686 году «Суета-сует», находящаяся в Лондоне в галерее Юлиуса Уитснера, заметно отличающаяся своей дробной группировкой предметов и обилием вещей символов от классической ясных постановок предшествующего периода голландского натюрморта. Наиболее ранним из известных натюрмортов Валскапеле является букет цветов, напоминающий ранние цветочные натюрморты Яна Давидса де Хема, относительно симметричной компоновкой букета и характерными изгибами цветочных стеблей, тонкая наблюдательность и обостренное чувство индивидуального. Подчеркнутая простота композиционного решения сочетается здесь с внимательностью при подборе красочных оттенков, очень верно определенных, согласно степени освещенности места. В затененных частях они звучат как бы под сурдинку, нигде не достигая силы цветового пятна. Это доминанта светотеневого построения натюрморта, тонкая передача световоздушной среды особенно полнокровно проявилась в букете в стеклянной вазе. Затененный правый верхний угол картины резко отличается от купающегося в лучезарном солнечном свете пейзажа, видимого сквозь открытое окно. Легкие прозрачные лессировки передают не только пейзажный фон, но и стеклянную вазу и каменную плиту стола, на кромке которой четко выведена полная надпись мастера. Картины Яна Давидса де Хема напоминают декоративность и отточенность рисунка самого букета с интенсивно звучащими красочными пятнами цветков – розы, гвоздики, мака, пиона, ириса, лилии, тюльпана, бархатцев, ромашки, фритиллярии. Чистые, звонкие тона красного, белого и голубого комбинируются здесь с менее интенсивными оттенками от золотисто-желтых до оранжевых. В букете цветов, исполненном, вероятно, несколько позднее, как и у де Хема, помимо цветов в букет входят хлебные колоски и веточки с плодами, а рядом по столу ползут насекомые. Подобно Яну Давидсу де Хему, Якоб ван Валскапеле был весьма разносторонним мастером. Кроме цветочных букетов, он писал и фрукты на столе, примерами которых могут служить картины из Рейксмюзема в Амстердаме, Кунстхалле в Карлсруэ и Штеделевского художественного института во Франкфурте на Майне. Гирлянды из цветов и фруктов, произведения из картинной галереи в Берлине и муниципальных музеев в Арнеме и Лионе. Он создавал даже полотна типа «Суета-сует», образцом которых является упомянутый натюрморт, продававшийся в 1961 году в Лондоне в галерее Юлиуса Уитснера.
Thank you.